И на сцене команда КВН «Союз Тюмень». Хор звезд, сокращенно ХЗ. Союз, смотрим. Любишь ты сердца девчонкам разбивать, и красоты тебе не занимать. За тобой девчонки ходят все толпой, но все равно не водишь их домой, потому что пахнет кошкой у тебя. Остановитесь. Вы вообще понимаете, что вы поете? Я напоминаю, здесь вам не Тюмень, здесь Москва. Путин Собянину это уже 2 года говорит. Так, Витя. Мы первый раз в высшей лиге. Мы должны удивить жюри. Константин Львович, я ваш да сын. Да не так. Друзья, так дело не пойдет. Кто пойдет? Куда пойдет? Давайте я скажу. Да что, ходить сейчас закажем, да и все. Так, все, хватит. Сегодня мы должны показать свои лучшие стороны. Кто у нас умеет петь? Ну, я немножечко в ноты попадаю. Витя, объявите, это татаро-монгольская индиго. Поет, как дышит. Айдар Гараев. Не похожий на меня, не похожий на тебя. Просто мальчик Рома. Айдар! Вот из-за таких, как вы, Айдар, такие, как вы, и проиграли Куликовскую битву. Складно говорите, Кирилл. А у нас в команде вообще нет людей с маленьким словарным запасом. Прости, Шура. О! Подождите, а где у нас Валера? Какой Валера? У нас нет Валера. Что вы несете? Кирилл, Кириллушка, Кирилюля! А пусть наша Лёлечка споёт что-нибудь восточное. А если я не хочу? Давай, шевели шахери задом. Живот свой над стрингами свеся, гуляет в Кургате Олеся. Приехала очень худою, всему all-inclusive виною. Олеся, оденься, Олеся. Браво, браво, браво. Отлично поете, Лёнечка. А вы никогда не хотели меня? Придурок. Да-да. Да я не вам. А? Так, Витя, что это у вас такое? Песня. Ну что это за песня? Ни кочегары мы, ни плотники. И с высоты вам всем привет. Друзья, давайте как-то посерьезнее. Давайте. Так, Артем. Какие у нас еще есть номера? Секундочку. Саня. Че? Саня. Че? Александр. Что? Александр Алексеевич. Что случилось? Так, а ну успокойтесь. Александр. Вы нам что сегодня приготовили? Стихотворение. Добрый доктор Айболит, он под деревом, аминь. Так, Александр. Это не выступление, а какой-то цирк. Артем, это что еще за конвульсии? Вообще-то это танец. Неправда, я был на Казантипе, я могу отличить конвульсии от танца. Друзья, это стыд и позор. Спасибо, что объявил. Для вас выступает дуэт «Стыд и позор». Невесте графа де ля Фер, всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем Провансе нет. Прекратите вести себя, как дети.
Айдар, я даю вам последний шанс спеть что-то внятное и адекватное. Ну и зря! Нимфа-нимфоманка, девчоночка-смуглянка, ей бы хоть разок, но мало ей разок. Так, Айдар! Друзья, это высшая лига. Вы можете показать хотя бы один нормальный взрослый номер? Можем, но не будем. Слепой солист группы «Корни». Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Она любит варенье из глаз. Так, все. Заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, в конце мы бы хотели обратиться к москвичам. Уважаемые москвичи, приезжайте почаще в провинцию. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. На МКАДе пробки, зато сигналят все. Ведь мы в Москве. Команда КВН «Союз» Тюменская область благодарит правительство Тюменской области и лично губернатора Владимира Владимировича Якушева. Красота – страшная сила. Мисс Афганистан собирает автомат Калашникова за 8 секунд. Вернемся на землю, давай. Скажите, пожалуйста, представитель нефтяного края, какие плюсы у коррупции? Там только минусы, но минус на минус дает плюс. Сейчас каждая из команд будет нам рассказывать сказки. Начнет команда КВН «Союз Тюмень». Тюменский драматический театр для неуравновешенных актеров. Солнышко! Представляю! В коридоре серо, кто с пенсионеры, пенсионеры, очень-очень душно, 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 но жить на что-то нужно. Пенсионный фонд, жара июль. Так, остановитесь. Послушайте меня, придурки, у вас есть хоть что-то? Обижаешь. За окошком снег кружится, и на речке лед. А в коровнике рожают тёлки круглый год. Рыжая дала нам двойню, чёрная троих. Лишь одна родить не может, белая из них. Белая, белая. Есть что-то про Восток. Кирилл Кириллушка, патриарх. Ну, вообще-то есть еще одна приколюля про Синдбада. Синдбад — это хорошо. Готовьтесь, я объявлю. От создателей первого кавказского мюзикла «Салам алейкум, я ваша тетя Фатима из Кизляра». Театрально-музыкальная постановка «Синдбад. Мореход». Хабиби, я нур ил-айни, я сакин хаяли. Так я не понял, это что такое? В смысле, что такое? Ясен бат, ясен пень. Мореход? Пешеход.
У вас с головой все в порядке? С головой, да, с ногами что-то не то. Так а это кто? А это Синдбад Переход. Он в переходах песни поет. Айдар? Мы с соседями узнали, когда диск приобрели, что у нас сосед играет в порнофильмах с немцами. Пап-пап, папа Айра, пап-пап, папа Айра. Да хватит! Вообще, считаете, это можно показывать по Первому каналу? Можно Машку за ляжку. Вы что, служили? Сидел. За что? Нельзя Машку за ляжку. Шучу. У тебя, кстати, реакция плохая. Детей много будет. У вас есть хотя бы что-то восточное? Есть? Конечно, есть. Айдар? Ох, рано поют караны. Вы с ума сошли? А если в зале сидит мула? А чё мне мула? Мне с ним детей не крестить. Так, все, хватит, прекратите. Ну мы пойдем. Так, сидеть. Айдар, можно вас на минутку? Я смотрю, вы здесь самый адекватный. А да, я спал с твоей женой. Чего ты сказал? А чего ты спросил? Айдар, нам нужен хороший восточный номер. Ну, есть одна песенка. Это у Юрия Лозы есть одна песенка. А нам нужен хороший восточный номер. Окей, понял, сейчас сделаем. Для вас выступает победитель фестиваля среди неслуживших в армии «Здравствуй, юность в каблуках» Виктор Щитков. Всем тем, кто откосил от армии, посвящается. Этот праздничный бит, совокупность орбит. Все как надо играет. Жарю ультрамальвин и танцую один. Остальные стесняются. Не надо стесняться. Самая любимая музыка здесь играет. Опа! Оп! Веселей! Веселей! Так, остановитесь! Ну и где у вас здесь Провосток? Так я это, под Хабаровском служил. Так, проваливайте отсюда. В этой команде есть хоть кто-то вменяемый? Я сказал вменяемый! Так, Лёля, вы что здесь устроились за самодеятельность? Это не мы, это Александр Васильевич. Так, Лёля. Что у вас еще есть? Ну, есть социальная рок-опера. Объявляйте. Социальная рок-опера. Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так, хватит. Хватит, отставить Путина. Отставить Путина? Да он с ума сошел. Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.